Всем привет! Сегодня я расскажу вам об одном из скрытых сокровищ Дублина, которое наделало много шума во всем мире. Да, я говорю об Инчикоре, который недавно был назван одним из самых крутых районов мира по версии журнала Time Out. Инчикор, когда-то просто пригород Дублина, претерпел потрясающие изменения. Журнал Time Out признал эти перемены, включив Инчикор в список 38 самых крутых районов мира. Он присоединился к рядам других модных районов Дублина, таких как Станибаттер и Фибсборо. Журнал отметил уникальное сочетание старого шарма и современной энергии Инчикора. Просто невероятно, как этот район превратился из проходного места в обязательный пункт назначения. Старый шарм есть. Современная энергия еще как. Инчикор воплощает саму суть меняющегося городского пейзажа Дублина. А теперь давайте поговорим о некоторых местных жемчужинах, которые рекомендует Time Out. Представьте, что вы начинаете свой день с кофе из Rickers Coffee, а затем исследуете исторические казармы Ричмонда. Проголодались? Такос Люпило порадует вас настоящими мексиканскими вкусами. А для тех, кто любит выпить, Инчикор предлагает традиционные пабы, такие как Clary's и The Glen, а также модные заведения, например, винокурню Stillwater Gin Distillery. Rascals Brewing, известная своими мероприятиями для местных жителей, добавляет к этой оживленной атмосфере кинопоказы под открытым небом, барбекю и знаменитый Rocktoberfest. Богатая история Инчикора связана с его промышленными корнями. Район вырос вокруг казарм Ричмонда, ключевого места во время борьбы Ирландии за независимость, и железнодорожных мастерских Инчикора, которые были важным работодателем почти 180 лет. Эта историческая значимость и промышленное наследие формируют уникальный характер Инчикора. Сегодня Инчикор может похвастаться энергичным сообществом, глубоко укорененным в истории рабочего класса. Здесь гармонично сочетаются традиционные местные пабы, аутентичные рестораны и очаровательные парки, предлагая разнообразный отдых. Такие достопримечательности, как Грот Лурдский и кладбище Голденбридж, еще больше подчеркивают историческую глубину района. Инчикор также является центром культурной и спортивной жизни. Здесь находится футбольный клуб St. Patrick's Athletic и местные инициативы, такие как Frontline Bikes и Food Cloud, которые обогащают жизнь района и способствуют укреплению чувства общности. Независимые кафе и рестораны добавляют привлекательности району, делая его живым и развивающимся. Список самых крутых районов мира по версии Time Out помещает Инчикор среди всемирно признанных интересных мест. Он занял 25-е место, а первое место досталось Нотр-Дам-Дю-Мон в Марселе, Франция. Среди других интересных районов – Мерс-Султан в Касабланке, Марокко, и Переренен на Бали, Индонезия. Несмотря на меняющийся облик, Инчикор сохраняет сильное чувство общности и свою идентичность. Признание Time Out подтверждает уникальный шарм Инчикора и его способность сочетать традиции с современными тенденциями. Это место, где история встречается с современной культурой, что делает его поистине особенным местом в Дублине. Так что в следующий раз, когда будете в Дублине, обязательно посетите Инчикор. Возможно, вы обретете свой новый любимый район. Спасибо за просмотр и не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы получать больше интересных фактов о путешествиях. До следующего видео.